Peggy 18. Ремозард – воплощение мечты. В старшей школе у меня появилась идея. Поскольку на рынке еще не было хорроров, которые бы делали упор на сюжет и развитие персонажей, то почему бы не попробовать двинуться в этом направлении? Вдохновение я черпал не только из ужастиков вроде «Ребенка Розмари», но и из фильмов Альфреда Хичкока вроде «Психо» и «Птиц». Все началось еще в детстве, когда я был одиноким, замкнутым ребенком. У меня не было какой-то команды или единомышленников. Тогда я написал роман. Затем решил, что история неплохо подойдет для фильма или игры. К тому времени у меня уже была готова целая трилогия, поскольку сюжет был настолько обширным, что не помещался в рамки всего лишь одной истории. To think it as just one story. Я всегда мечтал открыть студию по разработке игр, а в 2012 году, когда я встретил Криса Даррелла с его Ремозард, у меня появилась такая возможность. Игра мне сразу показалась уникальной, поскольку сюжет был очень похож на фильм. Я не смог вспомнить ни одного ужастика, который бы настолько подробно рассказывал о том, как герой пытается выжить. Здесь очень захватывающая история, ведь все, что происходит в игре, может случиться с каждым из нас. После релиза в 2018 году Remorsed Torment and Fathers называли духовным наследником Clock Tower. GameSpot включил наш проект в список наиболее страшных игр всех времен, а портал GameRats — лучшим психологическим хоррором последних 5 лет. В сиквеле Remozard Broken Porcelain у нас найдется чем удивить игрока. Как и для меня, так и для моей команды Remozard стала очень непростым проектом. Однако, несмотря на то, что это была наша первая игра, мы многому смогли научиться. Я понял, насколько разработка отличается от продюсирования компьютерных фильмов, и основная сложность заключалась в технических ограничениях разных платформ. Мы планировали придать игре фотореалистичный стиль со стабильной частотой кадров. Благодаря набранному опыту мы знаем, как добиться этого в сиквеле. Команда разработчиков тесно взаимодействовала с Крисом Даррелом, чтобы сделать геймплейную составляющую лучше, при этом не меняя ее кардинально. Мы добавили экшена для тех игроков, которые его хотели, однако основой проекта все еще выступают прятки. В Broken Porcelain механика шагов реалистична и практична. Мы воссоздали то, как вела бы себя молодая девушка, окажись в такой ситуации. Она может красться и прятаться за различными объектами. По сравнению с другими стелс-играми, где вы можете полагаться на футуристичное вооружение, в Remozard мы хотели как можно ближе быть к реальности. Для выживания геймерам придется использовать не только те предметы, которые удалось найти, но и свои собственные навыки. Сюжет Remozard расскажет о бесконечном противостоянии науки и религии. И то, что нам нужно опасаться не каких-то монстров, а других людей. В центре конфликта лекарство под названием феноксил, прототипом которого стал феноксипропазин, настоящее средство 50-х-60-х годов с ужасными побочными эффектами. Really bad side effects.
Поэтому я решил взять этот кусочек реальной истории и использовать как лекарство от посттравматического стрессового расстройства, которое бы помогало людям забыть травмы или неприятные события, произошедшие в прошлом. Сиквел будет все глубже и глубже раскрывать историю, которую мы начали в первой части. Вы вновь увидите Розмари Рид, героиню первой части. В гостинице Эшмана вы встретитесь лицом к лицу с ее владельцем, господином Эшманом. Тем не менее, главная героиня продолжения — молодая девочка по имени Дженнифер. Ей 15 лет, она белая ворона и работает смотрительницей. Во время одного из обходов она замечает, что за стенами отеля что-то есть. Нечто очень-очень темное. Мне хотелось бы рассказать больше, но, пожалуй, вам стоит сначала пройти игру.